Цегломенская библиотека номер 16 представляет «Преданней собаки нету существа». 26 августа празднуется Всемирный день собак. Большинство детей мечтают иметь собаку, поэтому у них должна быть собака, а если ее нет, то нужно читать книги о собаках. Тем более сейчас так много хороших детских книг об этих преданных друзьях человека, каждый из которых учит доброте, отзывчивости и любви к животным. Каким собакам авторы посвящают свои произведения? Очень разным. Таксы, корги, пудели, овчарки, но чаще всего королевские дворняги. В нашем обзоре мы собрали несколько замечательных книг о собаках для юных читателей. Первая охота. Виталий Бианки. Отправился как-то щенок на охоту, да за дикими зверями и птицами. А те, знай себе, не промах, за себя постоять умеют, да каждый по-своему. Удастся ли щенку вернуться с добычей? Об этом малыши узнают из познавательного рассказа Виталия Бианки «Первая охота». Умная собачка Соня. Андрей Усачев. Добрые и веселые истории об умной собачке Соне обожают и дети, и родители. Книга Андрея Алексеевича Усачева «Умная собачка Соня» состоит из 20 веселых и увлекательных рассказов о королевской дворняжке Соне, которая очень хочет быть умной. Не желая скучать, она всегда попадает в интересные истории, а задумываясь, почему так происходит, учится хорошим манерам и лучше узнает окружающий мир. Каштанка. Антон Павлович Чехов. Каштанка – помесь таксы с дворнягой. Живет у столяра и его сына Федюшки. Каштанка любит спать под верстаком, валяться в мусоре и ходить с хозяином к заказчикам. Но однажды каштанка потерялась. На улице собаку подобрал незнакомец, и в его доме ее ждало много сюрпризов. Александр Иванович Куприн. Белый пудель. Группа странствующих артистов, мальчик-акробат Сережа, его дедушка и дрессированный пудель Арто едут по Крыму в поисках хлеба и ночлега. У каждого из них своя непростая история и не самая благополучная судьба. Но их объединяет взаимопонимание и дружба. Любовь, верность и честность – вот их истинные ценности. Они восхищаются щедрой красотой Крыма и умеют радоваться каждому счастливому мгновению. Рассказ повествует об одном эпизоде, когда собаку украли по просьбе мальчика из богатой семьи. Мальчик-акробат находит украденного пуделя, запертого в сарае, и забирает его. Рассказ очень динамичный, хорошо написан и с удовольствием читается. Георгий Скребицкий. Джек. Джек был красивой, мускулистой, охотничьей собакой. Легавой, белой, с темно-коричневыми пятнами на боках. И самой большой его любовью до самой старости была охота. Девочка, мальчик, собака. Валерий Воскобойников. Пятиклассник Антон живет с мамой в старой ленинградской коммуналке и страстно мечтает о собаке. Однажды он получает в дар
замечательного рыжего сеттера. Но привести пса домой мальчик не может. У соседки аллергия на шерсть. Антон готов пожертвовать всем, чтобы обеспечить своему питомцу кров и еду. Но ему было бы очень трудно справиться с этим, если бы не его друзья. Эта книга о чувстве долга и ответственности, о дружбе и взаимовыручке, о том, как причудливо складываются иногда человеческие судьбы, о благородстве и самопожертвовании, о доброте и любви. «Пончик идет по следу» – повести Карен Арутунянц. Разве бросит пончик своего хозяина в беде, если тот не вернулся из булочной? Конечно же, нет. А в пути случается всякое – и опасное, и веселое, и невероятное. А если кот, с которым ты живешь под одной крышей, свалился с форточки, и его похитили, чтобы продать в бродячий цирк, разве ты не захочешь вернуть его, несмотря на то, что порой он бывает невыносимым? Как? Ты не пончик? Это не важно. Главное, ты держишь в руках самую правдивую книгу о самом преданном и отважном псе по имени Пончик. Израиль Мэттер, Мухтар. Эта повесть пользовалась необычайным успехом. О чем она? О взаимной преданности сотрудника милиции и овчарке по кличке Мухтар. Самоотверженный пес, готовый жизнью заплатить за любовь, выручает лейтенанта Глазычева в опаснейших ситуациях, возникающих чуть ли не каждый день в их нелегкой службе. Марина Москвина. Моя собака любит джаз. В сборник вошли добрые и смешные рассказы о невероятных приключениях Андрюхи Антонова, его родителей и таксы по имени Кит. С затейником и фантазером Андрюхой вечно случаются курьезные и странные ситуации, а значит, с ним не соскучишься. Эти и другие не менее интересные книги вы можете взять у нас в библиотеке.